Здорово, ребятки! Я тут подумал, почему это я в своей рубрике «Пневматический подвальчик», рубрике обо всем, что стреляет и не только, рассказываю о каких-то дешевых пистолетах. У нас был самый дешевый страйкбольный пистолет, самый дешевый пневматический газобаллонный пистолет, самый дешевый пневматический револьвер. В общем, долой дешевок, пора рассказать про действительно дорогое изделие. Пора повышать уровень, ребятки. Поэтому у нас сегодня особенный гость, прямиком из Японии. Хайкапа 5.1 от Токио Маруй. Да-да, Япония — это не только родина дорогущих фотоаппаратов, суши и тетястых аниме-тянок. Япония также родина аэрсофта. И самые дорогие и надежные образцы пневматического оружия, которое стреляет пластиковыми шариками, приходят к нам именно оттуда. Почему так? Да очень просто. Во всем виновато проклятое законодательство об оружии в Японии. Чтобы получить огнестрельный ствол, японцам нужно прям капец как заморочиться. Наша российская процедура получения рохи по сравнению с японской — это просто сказка. Короче, оружие иметь самураем считать, что нельзя, а пострелять-то хочется. И именно поэтому и было придумано пневматическое оружие, которое делается очень похожим на огнестрельные образцы и стреляет безопасными пластиковыми шариками. Так появилась Airsoft Pneumatica. И первая компания в мире, которая начала делать Airsoft и делает его по сей день, называется Tokyo Marui. И пистолеты Хайкапа от Marui являются самыми качественными, самыми навороченными и самыми дорогими пистолетами этой фирмы. Если провести аналогию с телефонами, то Хайкапа от Marui — это как бы iPhone в мире Airsoft. Самый дорогой и самый желанный пистолет. Оу, детка, у тебя точно есть Tokyo Marui? Конкретно этот экземпляр на момент съемки видео стоит чуть больше 13 тысяч рублей, но есть версии и подороже. Давайте посмотрим, так ли он хорош на самом деле и стоит ли он своих денег, или как iPhone является просто бесполезным куском говна. И для начала давайте глянем, что нас ждет в этой коробке. И сразу стоит сказать, что качество упаковки выше всяких похвал. Стильный дизайн, хорошая формовка, короче, за коробку респектую. Сразу чувствуешь, что держишь в руках дорогое изделие. Обычно комплектации минималистичны, ну максимум пакет пулек еще положит. Но в коробке от Marui лежит столько всякого дерьма, что у меня поначалу глаза разбежались. Как говорится, положили на все деньги. Инструкция. Ну, наверное, это инструкция. Картинки смешные. 4 мишеньки, целая экипа каких-то бумаг на японском. Сертификат соответствия, что пистолет имеет дульную энергию до 3 джоулей. Сам пистолет красавчик. Один магазин к нему, планка для установки доп. Оборудования с двумя винтиками, крепится вот сюда вниз, можно повесить ЛЦУ, фонарик, микроволновку, что там еще вешают. Такие пластиковые штуки для холощения. По идее, можно вставить их в магазин, и пистолет не будет вставать на затворную задержку. Пакет тестовых шариков, шомпол для чистки и непонятная металлическая палка. Не знаю, зачем она нужна, но я ее использую как выкладку, когда пистолет разбираю. Стоит сказать, что в инструкции узнается полностью японский почерк. В прямом, блин, смысле. Инструкция здесь только на японском. Даже на английском нет. Ни единой надписи. И я не понимаю, почему? Неужели так сложно было сделать инструкцию хотя бы на английском? Я уж не говорю про русский язык. К слову, даже в самом дешевом китайском пневмате есть паспорт и инструкция полностью на русском языке. Так что я не думаю, что это очень дорого. Не то чтобы я не смог разобраться с этим пистолетом без инструкции, но... Блин, иероглифы за 13 тысяч рублей? Вы что там, серьезно что ли? Хотя, может быть, у Marui есть глобальная цель, что вот все, кто покупают продукцию от Tokyo Marui, они читают эти японские бумажки и в конце концов выучивают полностью японский и наконец-то понимают без перевода, о чем говорят тетястые аниме-тяночки. Ладно, хоть картинки нарисовали, на этом спасибо. Отсутствие нормальной инструкции не сильно меня разочаровало, и по большей части это просто придирка. Но второй недостаток этого пистолета, он поначалу просто поверг меня в шок. Вот послушайте. 13 тысяч рублей. Что с тобой, Хайкапа? Почему ты так гремишь? Почему ты так гремишь, блин? Да, не этого я ожидал от Tokyo Marui. И от 13 тысяч рублей. Ой, не этого. Такое чувство, что я держу в руках погремушку, причем достаточно хрупкую. Нет у меня вот этого ощущения легендарной японской надежности. И если чувства мои можно как-то побороть, в конце концов, пусть гремит, лишь бы стрелял нормально и не ломался, то люфт внутреннего стволика относительно внешнего ствола, который тут есть, по идее, должен негативно влиять на точность стрельбы. А это для и без того не слишком точного калибра Airsoft 6 мм
уже, можно сказать, непростительно. Тем более при такой конской цене. Кстати, если магазин вставить, уже поменьше гремит. Но все равно гремит. Этот люфт внутреннего стволика меня так напряг, что я сразу решил провести тест спичечного коробка. Как обычно, 6 метров, спичечный коробок. Посмотрим, смогу ли я в него попасть. Как обычно, при стрельбе не забываем надевать очечи. А может, и зря я на него наговариваю? В принципе, с первого раза попал. Молодец, Хайкапа, не опозорила Японию. Как обычно, сухенько пробежимся по общим техническим характеристикам. Мощность до 3 джоулей. Скорость вылета шарика 100 метров в секунду. Принцип действия – Green Gas Blowback. Калибр 6 мм, пластиковые шарики. Как я уже говорил, да, есть blowback, это понятно из названия. Blowback – это имитация подвижного затвора. Емкость магазина – 31 шарик. И должен сказать вам, что 31 шарик – это очень хорошо. Ты меньше перезаряжаешься и больше стреляешь. Хайкапу я тестил прямо после вот этого борнера, в котором всего 6 патронов. И, блин, господи, как же хорошо, когда у тебя магазин большой емкости. Как такового реального прототипа у этого пистолета нет. Но, как вы могли, наверное, догадаться, и как это вот видно, здесь у нас явный Кольт 1911. Но, скажем так, Кольт с некоторыми элементами тюнинга, характерного для такого вида спорта, как практическая стрельба. И реальным аналогом этой хайкапы можно назвать именно кастомные Кольты с тюнингом под практическую стрельбу таких производителей, как Infinity, например. Кроме того, практическая стрельба — это не только огнестрельное ружье, карабин и пистолет. В практике есть еще официально признанный класс — пневматический пистолет. Он еще называется Action Air. И Tokyo Marui создали эту хайкапу именно для спорта, для практической стрельбы в классе пневматический пистолет. Соответственно, все в этом пистолете сделано для того, чтобы как можно лучше выполнить упражнения. Отстреляться поточнее, перезарядиться побыстрее и все такое. И основное преимущество это, конечно же, магазин увеличенной емкости и более широкое отверстие в шахте магазина. Вот здесь явно это видно, небольшое расширение, которое позволяет быстрее выполнить перезарядку. На самом деле это достаточно удобно по сравнению с тем же обычным нетюненным кольтом от того же Маруя. А уж по сравнению со сталкером S1911 и его малюсеньким тонюсеньким магазином и подавно. Вот посмотрите, какая дырочка у этой хайкапы и какая дырочка у сталкера. Если провести аналогию с женщинами, то сталкер это такая невинная 18-летняя девочка, а Токио Мару это такая 60-летняя опытная путана. И в отличие от женщин, в пистолеты приятнее вставлять, когда дырка широкая. Эх, господи, что я говорю, грязная извращушечка. Плюс в этом пистолете есть регулируемые прицельные приспособления, в частности целик, что для страйкбольного пистолета не сильно характерно. Для страйкбольных игр достаточно и нерегулируемого целика. Но так как это все-таки больше спортивный пистолет, то целик здесь регулируется в двух плоскостях. На мушке есть белая метка для удобства прицеливания. А вот на целике нет, и это странно на самом деле, учитывая то, что пистолет делался под спорт. Могли бы и на целике метки нарисовать, а по-хорошему тут нужны прицельные с фиброоптическими нитями. В своем обычном первозданном виде эта хайкапа подпадает под стандартный класс Action Air. В этом классе нельзя использовать коллиматорные прицелы. Но с помощью планки, которая идет в комплекте, можно загубенить переходник и поставить коллиматор. И участвовать уже в открытом классе. Чем меня еще удивила хайкап? Причем удивила настолько, что я поначалу подумал, что мне подделку подсунули. Он пластиковый. Он полностью, мать его, пластиковый. И я такой, чё? Серьезно, пластик за 13 кусков? Да ладно. Это можно простить какому-нибудь дешевому спринговому пневмату от Galaxy, но никак не Tokyo Marui. На Galaxy у меня, кстати, тоже есть обзор, жмака, если интересно. Но, как потом выяснилось, все не так уж и плохо. И пистолет пластиковый не потому, что японцы там очень любят пластик или хотят как-то сэкономить. Дело в том, что в Японии есть законодательные ограничения на производство металлической пневматики. Им просто-напросто запрещено делать аэрсофт в металлическом корпусе. Кстати, у меня есть видос про законодательство касательно пневматики в России. Можете посмотреть, если интересно. В общем, после того, как я попользовался этой хайкапой от Marui, могу с уверенностью вам сказать, что пластик не является проблемой этого пистолета. Качество пластика просто идеально. С той же пневматикой от Galaxy сравнить нельзя. Я никогда не держал в руках более качественного пластика. Он приятный на ощупь и достаточно прочный. Ну и все элементы внутренние, которые подвержены каким-нибудь нагрузкам,
такие как, например, внутренний стволик, USM и так далее, они все изготовлены из металла. В общем и целом, я думаю, что пластик не сильно повлияет на надежность этого пистолета. А плюс к тому, он еще легче, так как корпус у нас не металлический, он легче. Что тоже немаловажно. Ну, разве что пластиковый затвор или слайдер, вот это вполне может сломаться, тут покажет только настрел. И вот на этом месте я, пожалуй, прерву сам себя, потому что когда я уже снял это видео и монтировал его, я узнал некоторые нехорошие тонкости конструкции этого пистолета. И должен сказать, что таки да, в некоторой степени пластик является проблемой хайкапа. И его эксплуатация может повлечь небольшие трудности и, что еще хуже, финансовые затраты, причем не маленькие. Во-первых, болезнью маруевских хайкап является трещина слайдера или затвора вот в этом месте. Не знаю, с чем это связано, возможно, когда слайдер возвращается на место после отката, в этой части возникают ударные нагрузки, которые и приводят к трещине. В принципе, это не сильно страшно, и народ продолжает эксплуатировать хайкапы с такой поломкой, просто пистолет выглядит не слишком красиво. Второй болезнью маруевской хайкапы является поломка вот этой детали в месте удержания пружины, которая возвращает затвор на место. Соответственно, после такой поломки пистолет уже перестает стрелять. Как с этим быть? Можно купить оригинальные маруевские запчасти, пластиковый слайдер, опять же пластиковый цилиндр, но через некоторое время, как нетрудно догадаться, проблемы возникнут вновь. А можно сразу купить алюминиевый слайдер и металлический цилиндр. И это тоже проблема, потому что родная возвратная пружина, которая установлена в этом пистолете, рассчитана под пластиковые детали, под пластиковый слайдер, а алюминиевый слайдер тяжелее. Соответственно, надо покупать усиленную возвратную пружину и еще некоторые внутренние части, я, если честно, еще не до конца разобрался с этим вопросом. В любом случае, при таких поломках я рекомендую все-таки, наверное, один раз потратиться на металл и забыть про это раз и навсегда. Ладно, давайте уже посмотрим, как эта хайкапа работает. Проверим пистолет на мощность. Сразу скажу, что от Airsoft пневматики я ничего сверхъестественного не жду. По бутылке стеклянной стрелять тут смысла даже не имеет. Скорее всего, просто шарик расколется пластмассовый. А вот по банке попробуем пальнуть. Вдруг пробьет. О, вот теперь точно попал. Пойдем проверять. Так, ну, нашел я банку. И что можно сказать? Достаточно сильная вмятина на ней. Даже небольшое пробитие есть, но шарик внутрь не залетел. Ну, это было ожидаемо. Пистолет у нас не газобаллонный, и баллончики, соответственно, нам не нужны. Стреляет хайкапа, как я уже говорил, с помощью грингаза. Грингаз перевозим с собой вот в таких баллонах и заряжаем им магазины. Сейчас я покажу, как это происходит. Здесь внизу есть в пятке клапан, как у зажигалки. Переворачиваем магазин, переворачиваем баллон, вставляем и надавливаем. Как только грингаз пошел наружу, это значит магазин заправлен. Он у меня уже заправлен. После заправки набиваем магазин шариками. Для этого нужно оттянуть пружину подавателя вниз до расширения магазина. И вот в эту широкую щель уже засыпаем шарики. Очень удобно, кстати, использовать лоудер. Можно заряжать через верх, по аналогии с боевым пистолетом, но делать так не рекомендуется, потому что изнашиваются губки магазина и в конце концов они могут просто сломаться. Есть в этом магазине одна особенность, которая мне не нравится. Ну неужели нельзя было придумать какой-нибудь фиксатор для пружины внизу, чтобы не держать постоянно эту пружину рукой, когда вы заряжаете магазин? Косячок. Пружину можно случайно отпустить, подаватель ударит в губки, губки сломаются, их придется менять, а нафига это спрашивается надо? После того, как заправили и набили шариками наш магазин, мы загоняем его в наш пистолетик и передергиваем затвор. Все, пистолет готов к выстрелу. Передергивать нужно обязательно. И затвор тоже. С учетом того, что пистолет с имитацией движения затвора, можно сказать, что взаимодействие с этим пистолетом практически полностью копирует взаимодействие с боевым пистолетом. На хайкапе, как и в огнестрельном кольте, есть несколько предохранителей. Первый — это кнопка на рукоятке. Пистолет не стреляет, если вы держите рукоятку неплотно. Второй предохранитель расположен вот здесь, наверху, и блокирует затвор. Также из органов управления у нас есть кнопка сброса магазина, достаточно маленькая, кстати, что не очень хорошо, если пистолет позиционируется как спортивный. Но кнопка работает без нареканий, достаточно туго, что не позволяет нажать ее случайно. Короче, помимо размера, нареканий к ней нет. В пистолете реализована затворная задержка. Когда патроны или шарики в магазине кончаются, затвор пистолета остается в заднем положении, и для продолжения стрельбы нужно просто сменить пустой магазин на полный, нажать на рычаг сброса затворной задержки, и можно продолжать стрельбу.
Ударно-спусковой механизм здесь одинарного действия, то есть нужно взводить курок. Просто так он не выстрелит. Благо, курок взводится самим затвором, когда мы его передергиваем, или когда затвор откатывается назад. Так что это не сильный минус. В связи с тем, что пистолет спортивный, усилие спуска здесь просто минимальное. Вот смотрите, я вообще никаких усилий не прилагаю. Я чуть-чуть нажимаю, и пистолет стреляет. Мне кажется, чтобы произвести выстрел, достаточно, чтобы на спусковой крючок просто муха села. Даже не так. Достаточно, чтобы она на него просто накакала. Вот давайте для примера просто сравним усилие на спусковой крючок вот у этого пневмата Сталкера с 1911 и у Хайкапы. Здесь у меня блинчик 0,5 килограммов весит. Я его подвязал к спусковому крючку. Вот смотрите, я начинаю поднимать Сталкер, выстрела не происходит. То есть усилие здесь явно больше, чем полкило. А теперь тот же груз, полкило на Хайкапе. Поднимаем, и происходит выстрел. То есть я даже его фактически не поднял, а пистолет уже выстрелил. УСМ сработал. Это, с одной стороны, плохо. Особенно для страйкбольных игр, в которых можно эту хайкапу использовать. Могут быть случайные выстрелы тогда, когда мы этого не хотим. Но, с другой стороны, такой спуск позволяет более точно стрелять. А для спорта это более чем актуально. Ну что ж, ребятки. Так как у хайкапы плавный спуск, попробуем пострелять на точность по мишени номер 9. 10 выстрелов, как обычно. Буду стрелять максимально сконцентрированно, прям максимально целиться, на пределе своих скудных возможностей. Фух, вроде бы 10 выстрелов, но у меня на последнем уже очки запотели. Капец. Пойдемте посмотрим. И что тут можно сказать? В принципе, очень даже неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 выстрелов, вот такая кучка собралась. И аж 4 выстрела в район десятки. Я ожидал гораздо более худшего от Айрсофта в плане точности. И хайкапы в этом плане меня, ну, очень радуют. Все трустрейкболисты знают. Ты можешь не уметь стрелять, можешь маклаудить, можешь стрелять по своим, и вообще можешь быть полным мудаком. Но если у твоего страйкбольного оружия правильные маркировки, то ты крут. И с этим у всей маруевской продукции, прямо скажем, не очень. Особенно у хайкапы, ведь она не имеет 100% боевого аналога. Но маркировки у нее все же есть. На крышке затвора и на стволе есть маркировки MRP Cal-45. Это отсылка к настоящему 1911 в классическом калибре 45 АЦП. Также на рамке есть маркировки Tokyo Marui и сделано в Японии. Не знаю, как вам, ребятки, но лично мне даже как-то непривычно держать в руках что-то, что не сделано в Китае. Как-то неуютно себя чувствую. Еще есть несколько надписей OPS MRP, не знаю, что они означают. Если ты знаешь, мой дорогой зритель, прошу отписаться в комментариях. И прошу прощения за мой стрёмный английский. Ну и, конечно же, маркировка с длиннющим заводским номером. А вообще, какая-то там высокоточная стрельба вот по таким мишеням и всяким спичечным коробкам не является делом хайкапы. Как я уже говорил, хайкапа создана для экшен-эйр, практической стрельбы в классе пневматический пистолет. И я решил как бы пострелять вот по такой мишени. Этот ромбик нарисован не просто так, абы как, от балды. Его размеры полностью соответствуют размерам зоны альфа в мишени для практической стрельбы. Зона альфа — это самая крутая зона зачетная, в которую надо попадать. Вот, и из нее ты получаешь больше всего очков. Если честно, я думал, она будет поменьше. Сейчас попробуем стрельнуть. Попробую сделать 6 выстрелов. Посмотрим. Ну, я думаю, тут сразу понятно, что все они попали в альфу. И в очередной раз хайкапа порадовала нас своей кучностью. 6 выстрелов пришли вот в эту зону. Естественно, все в зоне альфа. И посмотрите, как кучно они легли.
Но стоит сказать, что я как бы не вел учет времени. А практическая стрельба — это не только точность, это еще и скорость. Поэтому я сейчас приделаю еще одну точно такую же мишеньку и попробуем выполнить упражнение Build Drill. Это классическое такое базовое упражнение в практической стрельбе. Из огнестрельного пистолета, не знаю, применяется ли оно в Action Air, но мы попробуем. В чем оно заключается? На расстоянии 7 ярдов располагается мишень. Ты должен как можно быстрее выхватить пистолет из кобуры и произвести 6 выстрелов. Проверим, как у меня это получится. Ребятки, сразу приношу вам свои глубочайшие извинения за качество звука. Просто у меня стрелковый таймер в телефоне, и звук я на него уже писать не могу. Поэтому уж потерпите, постараюсь как-нибудь обработать. Итак, упражнение Build Drill. Пистолет заряжен на предохранителе в кобуре. Ждем сигнала таймера. Так, надо, как они там делают? Ни разу не занимался практической стрельбой. Они там как-то сконцентрированы все. Сейчас проверим. Чтоб вы знали, в огнестрельном упражнении Build Drill норматив 2 секунды. Есть куда расти. Короче, я там еще одну мишень повесил и камеру на себя нацепил, чтобы вы все от первого лица увидели. Попробуем. Попытка номер 2. Может быть, получится улучшить. Итак, оружие в кобуре на предохранителе. Не очень хороший результат, опять же, но уже лучше. Вот по этой я первый раз стрелял, где времени побольше потратил. 5 выстрелов прилетело в альфу, 1 прошел мимо. А вот в эту мишень я стрелял уже во второй раз. Я вообще капец как спешил. И здесь у меня всего 2 выстрела прилетело в альфу, остальные мимо. И знаете, что я вам должен сказать? Это капец как увлекательно. Наверное, я понял, чем я буду заниматься в ближайшие несколько недель. Стрелять Build Drill! Неполная разборка, хайкапы отчасти копируют боевой аналог Colt 1911. Для того, чтобы выполнить неполную разборку, оттягиваем затвор чуть назад, вот в это положение, и выдавливаем кнопку затворной задержки, после чего снимаем затвор. Здесь внутри мы видим узел регулировки хоп-ап в виде такой вот шестеренки. Крутим в одну сторону, повышаем траекторию полета шарика, крутим в другую, понижаем. То, что в пистолете есть хоп-ап, меня в принципе порадовало. Хоп-ап — это хорошо. Для веселых пострелух на небольшие дистанции или для той же практической стрельбы Action Air он в принципе не сильно нужен. Но для страйкбольных игр хоп-ап более чем актуален и позволяет увеличить дистанцию эффективной стрельбы. Скорее бы уже тепло стало. Просто не терпится проверить, насколько далеко можно стрелять из этого пистолета по ростовой мишени. Обязательно проверим! Подпишись на канал, чтобы не пропустить. И лайк поставь. И подпишись, я сказал. Для чего еще нужна неполная разборка пистолета, помимо регулировки хоп-апа? Для ухода за пистолетом. В принципе, особо сильно ухаживать за ним не надо. Я, например, периодически смазываю все трущиеся части, и особенно слайдер, небольшим количеством силиконовой смазки. И раз уж речь пошла про уход за пистолетом, пару слов скажу про магазины. Магазины нужно хранить в полностью заправленном состоянии, чтобы не засыхала резиновая прокладка на заправочном клапане, иначе магазин будет травить. Если магазин долгое время лежал без грингаза внутри, рекомендую его разобрать, снять вот эту пятку и смазать прокладку также небольшим количеством силиконовой смазки. Кстати, один из недостатков маруевских пистолетов – это стоимость магазинов. 3000 рублей за магазин для страйкбольного пистолета. Обосраться можно. К слову, магазин для Сайги 340, спортивной ее модификации, стоит в районе 3-4 тысяч рублей. После всех опытов с этим девайсом могу сказать, что Хайкап от Токио Маруй очень хороший пистолет, который может быть применен в гораздо более широком спектре задач, нежели пневматы с металлическими сферическими пулями. Железнострелы пригодятся разве что для развлекательных пострелух, ну, в хардбол еще с ними можно поиграть.
Со страйкбольной же пуколкой можно развлечься более разнообразно. С ним можно поиграть в страйкбол, с ним можно пострелять для развлечения, и спортом с ним можно заняться конкретно с этим. Прям вот спортом, настоящим, по которому чемпионаты мира проходят. Про легендарную надежность маруевской продукции сказать не могу. Слишком маленький настрел на этом пистолете у меня. Но пока, спустя 1000 выстрелов, ничего у него не отвалилось. Скажу только, что на форумах пользователи пистолетов Tokyo Marui говорят о десятках тысячах выстрелов без поломок. Надеюсь, это правда. И вот тут я прерву сам себя еще раз и скажу, что десятки тысяч выстрелов без поломок — это, наверное, все-таки фантастика. Любое оружие, даже страйкбольное, имеет свой ресурс. Так что поломки в любом случае будут, не стоит их бояться, надо просто решать проблемы по мере их поступления. Для страйкболиста это не так критично, все-таки не такие большие настрелы там. А вот для практической стрельбы, где можно в процессе тренировок каждую неделю высаживать по 500-600 выстрелов, проблема поломки хайкапа обязательно вылезет. Так что абсолютно надежных вещей не бывает. Кроме того, хайкапы от других производителей, таких как VE или KJW, тоже имеют свои поломки, которые тоже могут возникнуть при малых настрелах. Хайкапы от Marui хоть и не дешевые, но своих денег определенно стоят. И если мы говорим про страйкбольные игры, где пистолет, как правило, является вторичным оружием, то конкретно этого образца хватит на много лет игр. Да и для пистолеток CQB и стартового ствола для практической стрельбы Action Air хайкап от Tokyo Marui вполне себе подойдет.